Продолжаем выпуск. Государственный таможенный комитет готовит к использованию в Приднестровье систему электронного контроля. Она позволяет проводить проверки без выезда на предприятие. Внедрить такую систему просят сами экономические агенты, потому что она способна значительно упростить и ускорить оформление документов. Мы готовы, чтобы адаптировать наши электронные базы данных и возможности контроля без выхода и освободив вас от возможности приходить в таможню и представлять отчеты на бумажных носителях. Эта система, она опробована в начале этого года. Мы готовы, к сожалению, все экономические агенты готовы. Но использовать и дальше этот метод и форму будем. Срок запуска системы электронного контроля зависит от того, насколько успешным будет пилотный проект, который опробуют на базе одного из предприятий республики.